Скорбь Ларисы Долиной разделила вся страна. Очень жаль. У народной артистки России Ларисы Долиной траур. Об этом сообщают новости в мире. В Одессе от рака поджелудочной железы скончалась ее лучшая подруга. 60-летняя певица Татьяна Баева входила в десятку лучших эстрадных вокалисток мира. Сам Пол Маккартни удостоил Татьяну премии за лучшее исполнение песни «Yesterday». В 1970-х Татьяна Боева, солистка оркестра Олега Лундстрима, давала уроки вокала Ларисе Долиной, которая в то время пела в ресторанах Одессы. Именно Татьяна вывела Долину, тогда еще Ларису Кудельман, на большую сцену. Самое интересное, что Татьяна Боева никогда не училась пению, не знала нот и свой талант развила, подражая легенде джаза Элле Фицджеральд.